Марш, вот такой традиционный вопрос к новым ребятам в клубе, да, вот влились в команду, с каким настроением приходили и как атмосфера здесь внутри коллектива? Ну, в команде хорошая атмосфера, нормальный коллектив, хорошие ребята, в том плане никаких проблем не было, когда я приходил в команду и знал, что Тосно это команда, в которой всегда был хороший коллектив, поэтому я за это не переживал и был уверен, что в том плане все нормально будет. Вот, Марк, вы играли и в премьер-лиге в России, потом уходили, играли у себя на родине в Польше, потом вернулись. Все-таки, ну, получается, вернулись, да, может быть, брать вот, ну, ФНЛ в турнир рангом ниже. Если говорить об уровне, он, в принципе, сопоставим с премьер-лигой, я имею в виду топ первые 4-5 команд? Первая лига, спрашиваете? Да-да-да. Не сложно сказать, потому что в Польше как бы первый дивизион не так популярен, не все матчи можно посмотреть. Поэтому, я думаю, ну, может быть, немножко одинаковый как бы уровень, но тем не менее не сложно сказать, поэтому я не смотрел, больше могу рассказать про первый дивизион России, поэтому... Если говорить об уровне первого, о уровне первенства ФНЛ в России, насколько он серьезен? Ну, конечно, это не уровень премьер-лиги, но команды, которые хотят выйти в премьер-лигу, я считаю, что как бы не так большая разница между командами, которые играют в премьер-лиге, скажем так, в другой части турнира таблицы. Поэтому но лучший вариант для нас просто войти в премьер-лигу и там уже проверить свои силы. То есть, в принципе, для этого сейчас, чтобы решить задачу на сезон, для этого сейчас есть все условия, и брать, если вот последние контрольные игры, насколько уже вот эти условия приближены к игре, к официально? Ну, конечно, ну, уже скоро чемпионат начинается, и это будут более важные и серьезные игры. Но сложно сравнить контрольный матч с матчем, который впереди, но тем не менее надо как бы на позитиве подойти, очень много позитивных вещей в тренировочном процессе и в матчах, которые провели за 4 сбора, поэтому я считаю, что у нас все получится и, ну и то, на чем мы работали на нас всех сборах, потом надо только показать в чемпионате. Конечно, всех болельщиков приглашаем на наши матчи, скоро начинаем. Приходите, болейте за нас, мы постараемся показать хорошую игру и порадовать вас только победой. Спасибо большое.